бүгінде бүкіл Қазақстан бойынша үш ғаламтор тестілеу басталды. Бонустық билеттерді ұтып алуға өз мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін сіз өз аймағыңызда ғаламтордың жылдамдығын тексеру керексіз. Ал енді Қазақстан жүрегінде Астана қаласында тестілеуді бастаймыз. Начнем наше увлекательное путешествие по красотам столицы. UVision.kz. Мы находимся в городе Астана, и мы тестируем 3G модем от Билайн. Сейчас мы увидим Астану с высоты птичьего полета. Поехали! Даже ловит в лифте. В лифте. В лифтовой шахте. Это все для тебя. Вот на Астана, зажигалка, все, что мы видим. В общем, все достопримечательности, которые мы видели, по идее, по телевизору, в рекламе, в фильмах, все это здесь, все это реально. И мы хотим сказать, что астанинцы неплохо очень даже живут, такие коттеджи. Находимся на вершине триумфа Астаны. Как вы видите, вид, конечно, колоссальный. И скорость, однако, у нас 1,3, 301 мегабит в секунду. Здесь можно посидеть, попить кофе, зайти в интернет, на UVision.kz, написать какие-нибудь горячие посты. Получается, видно все аттракционы, магазины. Мы сейчас направляемся в Атирику. Билайн, модем, 3G, это классно, мы просто в таких местах побывали, везде работаем. Итак, скорость на Байтереке 1,3 мегабит в секунду, но, наверное, повлиял дождь. Спасибо, Билайн, даже на такой высоте ловит. Пирамида на қасында тұрмыз, және де тестілеуімізді жалғастырып жатырмыз. Көрсеткіштер бойынша жылдамдық өте керемет деп санаймыз. Прям ладушку и увидим, что качество нашей загрузки равняется 1,72 мегабит в секунду. То в свою очередь достаточно неплохо. Наша работа по тестированию мобильного интернета завершена. Теперь инициатива переходит в ваши руки. Тестируйте Билайн в своем регионе. Увидимся в просторах сети.